Всем привет, сегодня 26 августа, довольно жарко. Завтра будут у нас проходить мероприятия по танкам. То есть там будет танк, по-моему, Т-90. Летающий его прозвали, потому что будут перепрыгивать там большие вот эти вот расстояния. Даже 4 пожарные, Миша. Эй, пацан. Пацан, есть виноградик? А? Давай попробуй. Поделись кусочком. Давай. Грязный. Обожаю грязный. Какой вкусный виноградик. Да, давай кинулся, да, ты подними. Можно мне еще кусочек? Маленький. Ну, виноград поспел, вообще обалденный. Я тебе подбил самый грязный. Ну, вот просто, как бы... Маленький. Я вот. Пап, еще один. Половый очень грязный. Вкуснятина. Можно теперь винишко с него делать. Не замечаешь? Нет. Сейчас мы этот лед тебе как приложим. Давай, подходи, подходи поближе. Подходи, подходи. Давай, давай, давай. Давай, прикладывай. Шейку подставляйся. Давай. Обувайся, обувайся. Холодно тебе? Давай ногу приложим. Стоп, я не обижала тебя. Мишка, мне палка приложилась в глаз. Пап! Бровь. Пап! Теперь приходится со льдом ходить. Прикладывать. Папа! Давай в меня. Это защита. Ес меня, чтоб ты меня съел. Так. Прикладывай, дави! Тебе его залогу. Не так четко, наверное, будет видно. В общем, прям над глазом, под бровью Мишанич мне приложился палкой. Здесь вот синяк такой получается, уже образуется, как после боя. Парняга меня сегодня порадовал. Палкой прям приложился, пытыщ, вот так вот, я же звезды поймал. Но он, конечно, не случайно, всякое бывает. Доктор? Можно сразу взять контейнер, собирать. Какой? Вот этот. Чтобы не таскать по чуть-чуть. Нет, это специальная палка для носителей. Давай. Тебе так лучше? Собирай, пап, да. Ну, давай. Не надо палку носить. Собирай. Пойдем яблочки пособираем. С них, кстати, офигенный сок получается. Просто бомбически, очень сочный. Мишка, может, ты сам справишься, все так хорошо получается? Нет. Я посмотрю просто. Нет. Почему? Давай вместе. Помочь тебе? Да. Да. Вот сюда, присуйся. Пожалуйста. Ты, может, мне помогать будешь? А на этой земле нельзя. Понял? Угу. Это не командир. Командир, да? Помогай. Не могу.
А то я тебя не возьму в командир. Я командир, я главный. А ты лейтенант сегодня. Что, что ты там говоришь? Кто там главный? Я главный. Пишу. Давай, помогай, чуть осталось собрать. Быстро! А то не поделюсь с тобой яблочками. Чем не поделишься? Яблочками чем? Деревом, военным этим. Вот, тоже не поделишься? Да? Мишуня, может, поможешь все-таки? А? Ну, ладно. Ну, давай. Сегодня чисто такой семейный влог. С утра было очень много работы, поэтому начал вложить там часов с 5, когда Таня поехала. Завтра у нас очень насыщенный день, завтра будут съемки по балконам опять. Нам нужно еще 3 видео сделать, 3 видеоотзыва. Поеду, поснимаю, там с обеда начнется. Утром нужно будет свои дела доделать, текущие проекты. Также собирались посмотреть на танк. Прыгающий танк Т-90. Ну, не знаю, завтра вряд ли получится. Вообще форум этот с 27, по-моему, по 29 августа, поэтому еще успеем. Поэтому завтра будет насыщенный день по работе. И будет намного интереснее влог, чем сегодняшний. Увидимся завтра.